2 км 100 м тепловых сетей заменят по улице Дзержинского, 95. До начала отопительного сезона такие работы будут производить по всему городу. Замену тепловых сетей на этом объекте начали еще в апреле, сразу после отключения отопления. Стальная труба, которую установили здесь еще в 70-80-х годах, уже пришла в негодность. Ее заменят на новую, предизолированную. Параллельно специалисты меняют трубы наружного водопровода. В каждом доме устанавливают индивидуальные тепловые пункты, которые позволят обеспечивать подогрев воды в каждой отдельной многоэтажке. В связи с этим у здешних жильцов периодически будет отсутствовать горячее водоснабжение. Специалисты УЖРЭП просят отнестись к этому с пониманием. В том числе 3-4 километра на стальные предизолированные трубы. На текущий момент произведена замена 2,5 километра тепловых сетей. Закончить работы планируется до начала отопительного сезона. На данный момент выполняется программа Гродненского исполнительного комитета «Комфортное жилье», согласно которой реализуются проекты по реконструкции тепловых сетей с ликвидацией центральных тепловых пунктов и устройством индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. В дальнейшем сотрудники УЖРЭП Ленинского района будут производить замену тепловых сетей по улицам Курчатова 28 и Врублевского 43.